Добрый вечер, Кишинев. После президентских выборов мы распустим этот коррумпированный парламент. И роспуск парламента – это основа для будущих перемен. Сегодня без четкого плана, для которого нужно привлекать лучших экспертов в мире. И неважно, это экономика, это сельское хозяйство, это промышленность. У нас без этого ничего не получится. Ни один район у нас в стране не выживет. Все районы в стране обречены. И у них не будет никакого будущего, если там не появятся предприятия, которые реально что-то производят. Сегодня кто-то начал уже спекулировать, что мы хотим ликвидировать районы. Мы не хотим ликвидировать районы, мы хотим ликвидировать районы администрации. Они сегодня стоят нам сотни миллионов лей в год. И благодаря этому, поверьте, появятся дополнительные деньги для сел и городов. Сегодня все граждане страны, вне зависимости от национальности, должны объединиться под одним языком. Под языком правды, потому что без языка правды мы не сможем остановить все эти криминальные процессы. Я прошу кишиневцев проснуться, организоваться. И, уважаемые кишиневцы, голосуйте за кого угодно, но не голосуйте за кульки, за тех, кто участвовал в краже миллиарда и прочих негодяев, которые делают все, чтобы уничтожить нашу страну. Голосуем за Рената Усатова, кандидата номер один в избирательном бюллетене.